Среднемесячная заработная плата с января по июнь в Кызылординской области составила 121 тысячу тенге. За 8 месяцев в регионе создано более 8 тысяч новых рабочих мест. Из них большая часть – постоянные. Часть рабочих мест будут созданы на новых проектах. В регионе возводится сразу 2 завода. Растет промышленное производство. С начала года предприятия выпустили продукции почти на 500 миллиардов тенге. Зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности. Увеличилось производство продуктов питания, химической промышленности и нефтепереработки.